рамках реализации проекта «Крепкая семья» депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков оказал помощь нуждающейся семье из села Савинская Слобода в Ершовском поселении. Надежда Москалева одна воспитывает внуков, родители детей лишены родительских прав. Пенсионерка перенесла несколько тяжелых операций, работать по состоянию здоровья не может. Из доходов семьи только ее пенсия и детские пособия. Узнав о личном приеме Дмитрия Голубкова, она обратилась к парламентарию за помощью. Помимо денежной суммы, в рамках проекта «Крепкой семьи» парламентарий также принял решение приобрести для ребят ноутбук.